Может, я ее чем-то обидела? Ну что вы, нет, дорогая. О чем она говорила, Дон Эстер? Что-то о своем происхождении? Я, к сожалению, забыла объяснить вам, на каких правах Изаура живет в этом доме. А разве она не ваша родственница? Не племянница? Нет. Но мы к ней относимся именно так. И мне, признаться, даже приятно, что вы сразу не поняли. Но Изаура – наша рабыня. Рабыня? Этот мужчина мне кажется достаточно сильным, чтобы работать у вас. Да, возможно. Хочу посмотреть его зубы. Крепкие зубы – знак хорошего здоровья. Печальное зрелище, сплошные гнилые. Стасио, видимо, совсем обнищал, если довел свое имущество до такого состояния. Белая? Почти такая же белая, как мы с тобой. Хотя, если знать, то можно разглядеть, что в ней течет африканская кровь. По словам Дона Эстер, ее мать была светлой мулаткой, а отец португальцем. Все понятно. Дочь рабыни тоже рабыня. Но, Энрике, ты даже представить не можешь. У нее правильные мягкие черты лица и даже волосы. Волосы у нее, как у белой. Хотя она была одета в скромное платье, но и оно прекрасно подчеркивало ее фигуру, ее стройность и тонкую талию. Единственное украшение – постоянный крестик на шее, на черной тесьме. Ты говоришь о ней как о богине? Уверена, что если бы ты ее увидел, то был бы очарован не меньше моего. Ты разожгла мое любопытство. Полагаю, что любой юноша твоего круга мог бы оказаться у ее ног. Такая она красивая. А какая музыкальная. Только ангел может так играть на пианино. Я попрошу папу, чтобы он свозил меня к своему другу, чтобы я тоже мог с ней познакомиться. Белая рабыня, наделенная такой внешностью, играющая на пианино, да еще и говорящая по-французски. Это грех, что такую девушку, как Изаура, обладающая столькими достоинствами, держат в доме в качестве рабыни. Энрике, а разве рабу нельзя дать свободу? Можно, достаточно выдать ему вольную. Тогда я не понимаю. Не понимаю, почему Дона Эстер, которая дала Изауре достойное воспитание, допускает, чтобы она оставалась рабыней. Это ее дело, и мы не должны вмешиваться. Добрый день, дети. А вот и горничная, как и обещал. Я купил ее на торгах, хотя пришлось раскошелиться. Выложил 2000 реалов. Как тебя зовут? Санта. Пусть поедят прямо здесь, но сначала мыться, разумеется. Приготовь что-нибудь сытное, Женуария. Насколько я понял, прежний хозяин не очень хорошо их кормил. А мне нужно, чтобы мое имущество было в порядке. Завтра же я отправлю их на фазенду. Они должны быть в форме, чтобы работать на плантации. Да, сеньор. Изаура, сходи посмотри, Эстер уже закончила пить свой чай? Не волнуйся, у них нет ни пороков, ни болезней. Как пахнет. Иди, иди. Иди скорее мыться. Послушай, это там. А это девушка. Она дочка командора? Изаура? Бедняжка. Такая же раба, как мы с тобой. Thank you.